По мнению специалиста, брак Льва Лещенко может трещать по швам после его непотребного поведения на премии. Накануне Лев Лещенко поразил народ своим поведением на премии RuTV, несмотря на то, что певцу уже 80 лет. Порох в пороховницах, по всей видимости, еще есть. Так пожилой развратник усадил себе на колени певицу Славу и о чем-то мило с ней беседовал. Такое поразило не только зрителей, но и семейного психолога Наталью Наумову. Ведь Лещенко женат и, по идее, не должен позволять вести себя подобным образом. Более того, если артист будет себе такое часто позволять, то он вообще может остаться без супруги на старость лет. По словам специалиста, у пары должна состояться серьезная беседа, если супруга Льва Валерьяновича не давала ему добро на столь развязные действия. «Это выглядит как недопустимые вещи», — заявляет психолог. Она отметила, что супруги обязательно должны обсудить случившееся, поскольку порой это может наносить ущерб семейным отношениям.